Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас обзор на аппарат Макосмо российского производителя. Начнем мы сегодня с распаковки. Вот такой вот красивый он приходит, в такой черной упаковке. Давайте посмотрим внутрь. И ручки. Одна ручка с кнопкой, одна ручка без кнопки. Она идет в комплекте с педалью. Педальки у нас здесь. Такая вот у нас педаль. И адаптер, подсоединенный уже к самому корпусу аппарата. Состоит он, как я уже сказала, из корпуса, педали и двух ручек, одна из которых на кнопке. Итак, аппарат работает на трех функциях. Это мягкий термолиз, термолиз и флеш-метод. Включение аппарата. Примерно до этой шкалы мы работаем на мягком термолизе. Если идем дальше, мы начинаем работать уже на термолизе. Эта кнопка у нас отвечает за переключение педали или ручки. То есть здесь в данный момент у нас включена педаль. Если нам нужно переключиться на флеш, в этом случае мы нажимаем на кнопку вторую. И здесь у нас уже экспозиция сама. То есть подача тока останавливается сама. Если мы поставим чуть больше экспозицию, она уже до полутора секунд. Можете поставить еще больше. Вы слышите по звуку. Она становится еще дольше. Дальше, если нам нужно, значит, переключиться на ручку, как я говорила, мы выжимаем эту кнопку и переключаемся. Здесь у нас также стоит сейчас флеш-метод. Если нам нужно переключиться обратно, мы выжимаем опять эту кнопку, отключаем. И у нас включается термолиз. Если мы хотим работать на мягком термолизе, мы ставим, например, до 5, да, как я говорила. Здесь будет мягкий термолиз. Подача тока ровно столько, сколько вы выжимаете. Как и в остальных приборах, работающих на термолизе. Основные плюсы данного аппарата. Во-первых, он работает на частоте 13 МГц. Во-вторых, как я уже много раз говорила, у него есть ручка с кнопкой. Это очень удобно, когда вы перемещаетесь, например, на ту же самую левую сторону клиента, да, с подмышечной впадиной. Вам не нужно ничего подпинывать под кушеткой, потому что я знаю, как это происходит, и потом эти педали просто выходят из строя. Это очень удобно. Дальше преимущество в том, что у него, кстати говоря, это, наверное, единственный аппарат пока, у которого есть такая функция. У него металлический наконечник. Кстати говоря, вы можете дозаказать еще наконечники на ваши аппараты, если вы уже их приобретали. Это очень удобно, потому что вы проводите полную дезинфекцию, стерилизацию и пинцета, и наконечника. Вам не нужно ничем обматывать, то есть спокойно вы имеете у себя целые комплекты, погрузили в сухожировой стерилизатор, обработали и при клиенте уже вскрыли и начали работать. То есть у вас абсолютная стерильность всего наконечника. За достаточно демократичную цену вы получаете аппарат, работающий на 13 МГц. Плюсом является то, что производитель российский, и все комплектующие всегда есть в наличии, они у нас здесь, потому что производство полностью на территории России. Дальше вы получаете ручку с кнопкой, это очень удобно, как я уже сказала. Вы получаете металлический наконечник, который можно стерилизовать в сухожировом стерилизаторе, то есть полная обработка. Вы получаете полную поддержку при покупке аппарата у нас. Также хочу сказать, что для тех, кто, у кого есть студии свои, кто открывает студии или планирует открывать, мы проводим полную поддержку, консультируем, и также, естественно, у нас есть доп. Скидки. Аппарат можно купить у меня, напишите. Всем с удовольствием ответим. Всем пока-пока.